И всем привет, ребята, дорогие друзья, вы на канале Альфа. И сегодня, ребята, хочу поиграть игру под названием Standoff 2. И сегодня, ребята, будем играть первый раз в союзниках с моим другом, а также подписчиком, а также членом команды Распончик. Поздоровайся. Всем привет, дорогие друзья. Ну, короче, будем играть мы на карте Сакура. Я буду играть за спецназ. Я постараюсь хоть нормально так играть в этом режиме, потому что еще ни разу не играл. Даже после обновления, когда этот режим добавили, я еще ни разу в него не заходил. Куда я там заходил, только в эскалацию, даже в штурм не заходил. А так будем пробовать режимы, может быть, понравится. Ну, не знаю, посмотрим, короче. Также ссылочка на его канал в описании. Подписываемся на все мои соцсети, также на аккаунты, которые нужно подписаться в Инстаграме, тоже ссылочка в описании. Также на всех членов команды тоже в описании. Подписываемся, ставим лайки, колокольчик, пишем комментарии. И Старлинг зашел в сеть. Позвать нужно или нет? А ты хочешь? Ну, мне без разницы, честно. А, ну, давай позовем. Александр. Александр, вы нас слышите? Я. Отлично, я вас слышу. Баклан! Да, заходите в Дискорд, пожалуйста, мы вас позовем. Сейчас. Вы зайдете, да? Да. А он отошел, сейчас зайдет. Да, он сейчас зайдет, не переживай. Он сейчас зайдет. Вы же согласны, типа, снять видео втроем? Я не знаю. Не, вообще, типа, мы бы. Потому что мы сначала хотели записать с Боди просто. И тут да. Ты залетел. Но получилось так, что я вовремя пришел. Ну, да. подожди, Старлинг, ты же согласен с нами сейчас записать ролик? То есть ты не занят? А я не против. Ну хорошо, если ты не Так, не ешь. Я тоже не жрал, я тоже сейчас только пришел со школы. Короче, что будем делать? Ах да, ребят, Старлинг, поздоровайся. Старлинг, поздоровайся. Старлинг, поздоровайся. Твою мать. Здоровайся. Да я сказал же, всем хайо, с вами Старлинг. Отлично. Ну, короче, ребят, давайте будем потихоньку начинать. Все, погнали, давай, Распончик, ставь уже заиграть, погнали, нафиг. О-ля-ля, моя Сакура, моя родимая, ага. 16 секунд. У тебя 16 секунд подбор идет? Вы поняли, как я вообще играю сейчас, из-за того, что у меня Дискорд? Мне интересно, как ты там, в какой позе стоишь. А, я понял, что сейчас за фигня. Так, у тебя же ноут есть. Иди через браузер. Ага, хрен. Блин, ну, не охота, блин, ноутбук использовать, потому что, блин, придется потом ждать, когда, блин, его включится, потом... Ой, телефон. Это закрывается в Дискорд. Кого не грузит? У меня одна минута. У нас со Старлингом все зашло. А ну, сейчас посмотрим. Разминка закончится, тогда, может быть, выйдем. Просто интересно, может быть, минута еще. Две минуты десять. Зараза. Я уже не зайдет, это точно. Ну, посмотрим. Все, у меня не зайдет. Там надо... Там, если не заходит в течение 10 секунд, ой, то не заходит полностью. На папа, я понял. Интересно, где Старлинг? Хм. Я захожу! Заходишь! Так, не заходите в мою тиму. Старлинг уже зашел в твою тиму. Ой. Ёп. Моя тима. Твоя тима? Тима твоя, да? Ребята, извиняюсь, если закрываю микрофон, потому что все виноват Старлинг. Что, Старлинг, переходи. Все, Старлинг, вали оттуда. Оба, на какой у тебя красивый. Красивый скин. А-ля-ля, я тебя понял. Да-да-да. Что, не пойдешь к нему? Там можем типа так играть даже. Ух ты, ё-моё. Ой, ладно. Спасибо за помощь. Так. Пошли. Не знаю, когда... Готовы, дети? Так, диглы первый раунд. А, капитан. Да. А, блядь, я забыл вообще-то кое-что. Твою мать, я не дигл купил, я купил вот этот, как его, ФС. Ну, то есть... То есть уже все, я не могу купить дигл. Я такой сосный скин взял бы. Ты сосный скин бы взял? Да-да-да-да, тот самый. Интересно, что за скин. А, здорово. А, блядь. Гребаный меня, блин, этот по башке. Я правда не знаю, выиграем ли мы. Ну да пофиг.
Я понял тебя. А ну погоди. А, минуточку, у меня небольшие проблемы. Я сейчас к вам не вернусь. Я вернусь. Хорошо, давай, удачи. Хорошо, удачи тебе. Супа. Теперь тебе понятно. Стоять. Герман, я сам себя ослепил, я думал, ты там. Короче, я... Блин, ну почему у меня, блин... Почему у меня с левой стороны у него это... Кнопка выстрела. Ну за что? В смысле, а как у тебя с левой стороны может быть кнопка выстрела? Подожди. Оу май гад! Давай, убей его, я тебя прошу, давай. Давай! Я в тебя не верю. Ура! А ну... Короче, Распончик, если у тебя хватает на снайперку, бери снайперку. Я тебе говорю, бери снайперку, будет интересно. Просто если играть типа с калаш, оно будет, ну, не очень. А вот со снайперкой интересно, да. Оу май! Распончик, походу, прощай, пока. Меня убили. Ну да. Ну да. Твою мать... Даже не успел. Он вернулся. Да, увернулся, вернулся. Все, берите ТМ-40. Кто постоянно названивает? Вообще, бля, я забыл, что у вас... Супа! У тебя снайперка есть? Нету. Супа. Зашло? Да! Да! Я вышел! Баран! Твою мать, как ты мог? Все, выходите, Пуся. Я один стою. Подожди, старый, к тебе заходит? Да, я уже дошел. Да, и сейчас давайте, зараз... сейчас попробую тоже. И сейчас Димон зайдет. Да, и Димон сейчас зайдет. Давайте, я жду. Не по внимательности вставить. Да. О, мне МВП дали. Ура. Ах ты, говнюк. Твою мать. Ладно, я караш взял. Караш, да, пацаны, я караш взял. Я без брони сразу предупреждаю. Да. А я с броней. Но это... он все равно может быть капец за одну обойму. Подожди, сейчас мы вот так сделаем. Я понял. Мне нужно знать, откуда ты придешь хотя бы. С оружие. Там старый, там он там, живи. Да ё, спорный театр! Ты что со мной, блин, в этот гребаный дискорд задавал? Ой, ё-мо, спорт ты купил, ё-мо. Бляха, мать. Вообще-то у меня он, я его выбил давно. Давным-давно, когда еще динозавров не было. Сколько тебе надо раз попасть? Супа! Да твою мать, я еще не разыграл, капец. Все, давай, сейчас начну в себя приходить. Давай. Давай. Я тебе раз 10 попал. Ты когда умрёшь, собака? Убегаю. Тикай давай, тикай. Давай, забирай нахрен бомбу. Давай, тикай. Всё, тикай с города, у меня кое-что по... Супа. Не вру. Я не в таком смысле слова, я с ума не, бля. Сейчас, блин, кастомизация надо. Бля, как вообще делать, чтобы блядь, блядь, ё-мин. Блядь, всё, хана. Не понял. Всё. Всё. Всё, я победил. Ты мне не дал пошаманить, блин, на стройках. Олень. Вот, бля. Я олень? Ой. Нет, ты баклан. Я и баклан, давайте еще раз. Да давайте еще раз. Я даю второй шанс. Да давайте только еще на этом видео поиграем, мне понравилось. Видео будет долгим, ну и пусть. Что будет интересным. Я вообще просто в этом видео ни хрена не сделал, чтобы вы знали. Видео с частичным моим присутствием. А ну, пацаны, а попробуй сейчас спускать. Я сейчас представляю. Кто там баклана опускает? О, вы за террористов решили? Ну, что, на диглах, да? Не знаю, лично я решил. Нет, я на АВП согласен. Сейчас ты умрёшь, Порося. Но я умер. Отлично. Ну, это я на разминке так играю. В основном я не так играю. Готов? Не готов. Супа! Ну ты баклан. Тебя все ждут. Давай! Хорошо, что меня... О,
О! Отлично. Ух, чуть запись не остановил. Ты где, Старлинг? Да, Старлинг. Ура, ура, привет. Здравствуйте. Диглы, чисто диглы давайте. Давайте, я согласен, я знал. Какие нахрен диглы, ты чё? Ещё. Я, я правда не знаю, получится ли у меня. Ну ладно, поехали. Вообще ни разу не попал, что за фигня? Я даже ни разу не попал. Бля. Супа. Я в тот момент пошел перезаряжаться. А, так ты не на него. Ой, как нравится. А? Ура. Одно хп, пацан. Чего? Я... Так, это чего? Я прострелил, наверное. Все, можем продолжать. Просто там запись приустановилась, типа, уже можно. Ты пока заходи в Дискорд через телефон другой. В смысле, я уже все нормально, мы уже можем играть дальше. Я про Старлинга. А, все тогда нормально. Ой, блядь, через 10 минут, блядь, как будто, блядь, вообще ничего не будет. Я тоже вопрос. Все, ура, калаш мой, заеб... Так все, последний раунд этой половины. Ну все равно, типа, ура, калаш... Да, реально, смысла нету, твою мать. Надёт! Еман, у меня пролагало сейчас вообще жестко. Стоп. Ура, у меня теперь твой дигл. Отлично. Подожди. FPS падает. Блин, печально, конечно, а ты кикнулся. Я тем временем смотрю на стол. Старый, как тебе пейзаж? Подключение к серверу. Бля, капец. Смотрю на стоп и смотрю на свою красотку. Старый, как тебе? До сих пор, типа, я не знаю, у меня какая-то фигня. Бля. В смысле, Пау? Ух ты. Бейте меня, блин, кто-то на меня спрыгнул. Это был я. Капец. Я на превью сфоткаю. Твою мать. Превью готово. Все раз. Все, тебе хана. Тикай сова. Ладно. Тактическая пауза. А, у меня сейчас еще денег не будет на следующий раунд. Ё-моё. Каких денег? В смысле? Я бы уже тащил бы с вами. Погоди, а каких денег, распончик? А, ну типа на оружие не будет. А, пофигу, приживёшь. А можете шанс дать, хотя бы вы на пистолетах тоже будете, а то у меня... А, мы на лапах. А вы на лапах, ну это еще легче. А да? Ну ладно. Это намного легче. Хорошо, давай, Бакван. Отлично. Чего? А как? Вопрос тоже такой же. Как? Старлинг... Так я взял лапу. А в... Старлинг, как ты мог? Я бомбу поставил сейчас, как вы меня убили? Интересно. Мы тебя прям убили, серьезно? Типа за наибольшее количество киллов. Блять, что за бред? Старлингу дали. Как по мне, это полнейший бред. Оба-на. Ай. Супа, у меня пролагало, все хана. Если сейчас это не лапа, то все, вы сливаете эту катку по реальному. Именно. Не знаю, посмотрим. По-человечески. Опа. Еп. Ё-моё. Хоть раз. Иди такой на входе, ждет меня. Отлично. А у меня киллов в два раза больше, чем смерти. Да это просто... У Старлинга 1.1.9. Да это просто из-за того, что мы перезаходим постоянно. Лучше было написано 9.1.1, так бы лучше было. 9.1.1. Да. Давите скорую, мне хана. В смысле? Ладно, друзья, я ухожу от вас. Всем пока, всем удачи. Да ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ребят. Подписывайтесь на распонщика, на Сталинка, также все мои соседи, да, также комментируйте этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на колокольчик нажимайте, пишите комментарии, все в этом духе. Все, ребят, всем пока, до новых видео, ребят. Пока! Пока!